Нет, здесь придется побороться с другими ребятами. И забираем. И что мы? Контейнер забираем! Контейнер! Проюзываем овердрайв. Давайте толкаемся. Давай. Должен мой. Давай. Нет. Ну давай, мой. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, это первая наша ЗЛПшечка, решил попробовать вообще записать что-то подобное, все же первый день наших интереснейших космических голдов, плюс все это дело у нас происходит с новыми овердрайвами, давайте даже вот сейчас попробуем поймать здесь голдбечек. Хотел бы попросить вас поставить лайкосик на данный видеоролик, если вам нравятся вообще подобного рода видосики. Ну и смотрите, что у меня вообще в принципе получилось. Золотой ящичек появляется у нас на полигончике. Мне бы быстренько бы слиться. Овердрайв у меня имеется на мамонте моем супер нагибаторском. Я думаю, что если я сейчас увижу точку, а точку я уже вижу. Есть купол у нас на голде, который явно не спасет парнишу. Я прожимаю свой нагибаторский овердрайвик. Стою под голдом. Это должен быть мой гол. Где летит. Давай. И что мы забираем? Простой золотой ящик и переходим к следующему. Голдбэтчик появляется у нас на бобруське в центре. Давайте быстренько попробуем здесь подъехать. У меня уже овердрайв есть, но меня тут начинают фокусить. Блин, главное не поторопиться, не зажать тогда, когда не надо. Давай, прожимаю. Боль будет. Успею или не успею. Вот в чем вопрос. Не подъезжай, главное. Ты, главное, не подъезжай. Успею, наверное. Успею. Есть. Что? Простой. Нормально. Переходим к следующему. Золотойчик появляется. Не вижу я, правда, точечки. Где тема точка? Не вижу? С это не вижу. Походу там, вдали, вот да? Вот тут, за мной едь. Показую. Вот тут, во, вижу. Блин, а как его брать? У меня нету, у меня только спасатель. На спасателе вытяну? У тебя есть овер? Нет, не бей. Нет. Блин, меня слило. Контейнер! Он еще и промазал по нему. Переходим к следующему. Золотой. О, вижу точку, Тём, на рельсах, ближе, короче, к не там, где прыгать, а ко второй стороне. Да, вижу. Давай. Я наверное, встану под, сейчас это будет. А, уже включил это. Давай. Мой. Изи. Что взял? Гол, простой. Читер. Простой. Офигеть. Вот это жесть. Переходим к следующему. Гол. Тут у меня на... Сбоку. Блин, где? Не вижу. А, во, вот вижу. Тут. Сандал. Супер, у нас карта вообще божественная. И попробуем сейчас поймать. У меня нету аптечки. У Тёмика, походу, есть все. Тёма сейчас, наверное, на изикатке заберет. Блин, вот я сведусь по пацану. Может быть, задамажу хоть нормально так. О, слил, давай, ну. Убило. Ой, давай. Ах, я почти успел доехать на кулдауне. Переходим к следующему. Голдецкий. И вижу, возле башни. Ты видел, да? Да. Блин, у меня 60 проц, у меня нет. У меня 100 кд. Ну, у меня не кд, но у меня 60 проц. Блин, может, подвинемся? Давай как-нибудь здесь вот так встанем. Блин, меня сводится. Ай, зараза. Еще купол поставил, пацан. Все, я не заберу, меня слили. О, нет! Я мог забрать! А что там обычно? Ох, переходим к следующему. Голбэк. Точка там, где сбоку, помнишь, была? Вижу. Ты уже включил? Да, это второй. Ага, понял. Чё, ты, я, ты? Ты, я, ты? Я, ты? Контейнер там. Давай тогда я. Простой. Да. Переходим к следующему. Опачки, золотой я только-только забрал. И у нас еще один. У меня уже нету этого самого овердрайва. Он в туннеле. А, не, вон в центре, справа, Тём, смотри. Вижу. Давай, Тёмик сейчас, наверное, его заберет, а мы просто посмотрим, как профессионал забирает у нас голдбечек. Давай. Изи, и простой золотой Тёмик забирает, и переходим к следующему. Золотой берет свое начало на песочке, в центре появляется меточка, вообще супер, нам с картами везет, осталось только забрать голдбечек. Мне 10% осталось до овера, блин, мне бы овер бы, было бы вообще шикарно. Тёмик прожимает овердрайв, давайте Тёмику, наверное, оставим данный золотой ящик, потому что нет смысла мне уже подъезжать тут бороться. Давай, Тимуля, что ты там забираешь? И... Контейнер! Поздравляем Тёмика и переходим к следующему.
Золотой появляется. Тёмик только-только забирает у нас контейнер. Появляется еще одна меточка, тоже, конечно же, в центре. Нигде в другом месте у нас здесь, я так понял, на песочке голды не падают. Я чуть-чуть подожду. Нет, меня слили, офигеть! Как да, он меня быстро задамажил, всех. Надо было мне юзать овердрайв. Блин, а я сейчас не успею, наверное. Блин, метеорит уже летит, только не контейнер, нет! 1000 кристаллов, переходим к следующему. Голбечик появляется, меня опять дамажит, очень сильно дамажит, и очень быстро я ухожу на респ, и надо вот сейчас быстро будет побороться за золотой ящик, иначе я просру уже второй голд подряд, это будет вообще просто фиаско, братан. Это будет фиаско, братан, едем, давай, блин, мне мешают, нет! И суфик забирает у нас золотой ящик, я не успеваю до него доехать, и мы переходим к следующему голду. Голд. Это самое, на дороге, короче, на дороге. Да, видишь, да? Блин, у меня 85%. Я не возьму, у меня ничего. Блин, у меня фри сзади морозит. Тварина, он, блин, с этим еще овером. Фух, его слили. Блин, я не заберу. А суф едет с этим самым. Суфик, походу, заберет. Чё, контейнер забрал суф? Поздравляем его и переходим к следующему, красава дядя. Золотой, где? Вижу, на рельсах, давай. Блин, оверов нету, ребят, мы только-только запикались в каточку, и уже золотой ящик берет свое начало. Не знаю, вот сейчас попробуем как-нибудь здесь так заехать. В принципе, спасать... А, у меня спасательный кулдаун, у тебя спасательный КД? У меня есть. Блин, я не знаю, даже может как-нибудь вот так отъеду. Может быть, как-нибудь выжить удастся. Нет, меня слило, и Тёмич забирает, красавец, поздравляем его, и переходим к следующему. О, голдецкий, появляется, там, не вижу вот, точечки. Вот, где? Вот. На рельсах? Нет, сбоку. А, все, понял, вот тут газую. Блин, там бомбу поставили, меня сейчас бомба убьет. Я уже прожал. Блин, я тоже прожал. Ну ладно, пофиг, бери. Давай, ты же взял, еще. Давай, я возьму. Чё там? Контейнер? Обычно, я уже думал контейнер. Переходим к следующему золотому ящичку. Голдецкий появляется у нас на тишине. Не вижу я пока точечки. Тёма, где точка, не видишь? Вверх, да? Вверх. Где вверх? Не вижу. Да, на флаге на синей базе. Ух, понял. Газую. Я уже жму. Газую. И шо? И ты забрал? Да? Что? Простой? Красава. Нагибатор. Да. Переходим к следующему. Золотой еще один появляется у нас. На оверке. На оверке, понял. Еду, выехал, газую, овердрайв у меня имеется. У меня 80. Давай. Главное пролезть сейчас. О, пролез, толстый едет. Я выехал, я газую. И должен сейчас просто овердрайв. Прожимаем, стоим просто. Давайте ко мне, ребятки. А что никто не подъезжает? Забираем простой золотой ящик и переходим к следующему. Золотойчик ящик появляется у нас на редалерте. На пятерке, Тём, на пятерке. Аптечку я юзаю, овердрайв я только что подобрал. Все довольно-таки неплохо должно сейчас складываться на данном золотом ящике. Главное сейчас вот вовремя нажать овердрайв. Ну, в принципе, уже можно, я думаю, нажимать. И спокойненько забирать данный золотой ящичек. Поздравляем меня и переходим к следующему. И следующий голд не заставляет себя долго ждать. Уже появляется точечка у нас. Где она у нас? На пятерке только с другой. Ага, понял, класс. Газую. У меня все, в принципе, на кулдауне, но Тёма, наверное, должен забирать. Было бы вообще неплохо, если сейчас бы он забрал бы гол. Это было бы вообще... О, мамонта. И... Тёмик забирает контейнер. О. Контейнер забирает Тёмик. Поздравляем его и переходим к следующему. Опачки, золотой ящичек появляется. Четверка. У нас еще один. На четверочке, да? Давай, газуем. Я думаю, что сейчас успеем. Пятерка. У тебя есть овер, да? Да, блин, я, наверное, не успею. Давай, тянись, мой толстенький. Давай. И Тёма забирает, да? Забирает тыщеночку. Поздравляем Тёмика и переходим к следующему. Золотой ящичек еще один появляется у нас. Очень добрый редалер. 40 секунд остается до конца, но голд появляется. И он у нас в центре на мосту. Давайте попробуем сейчас отжать этот золотой эпический ящичек. Вижу я одного нагибатора с ником Энигму, которого можно было бы здесь... немножечко... Ну нет, здесь придется побороться с другими ребятами. И забираем. И что мы? Контейнер забираем. Вообще красиво. Отжимаем голбечек. И смотрим, что там будет с данного контейнера. Мне аж интересно стало. Давайте открываем. И... 125 двойной защиты. Забираю я. И переходим к следующему золотому ящику.
Голд сразу, сразу голдик, только мы заходим на платошечку, сразу у нас ящичек появляется в центрике, давайте попробуем его поймать, отличная карта, отличный шанс взять голдецкий, появляется здесь один нагибатор, которого надо сразу отфокусить, дабы у нас не было проблем на золотом ящике, отлично, его сливаем и можно благополучно, наверное, забирать, не, темный, ну не делай ты так, ну, изи, забираем голдецкий и переходим к следующему. Голдецкий появляется у нас, еще один на платошечке, только что я забрал простой голдецкий, решив не запускать запись, но там был просто крутейший моментик, обидно, конечно, досадно, два голда появляется, Тём, давай, ты на первый, наверное, не? Не, я второй. Подожди. Блин, а у меня 0 хп, я уже не заберу его, у меня уже все слетело, я точно... У тебя нет? Не-не-не, я точно не заберу. Едь на второй, едь на второй, давай, газуй. Давай, Тёмик, давай. Давай, раздамаж, давай. И. Не забрал. Он взял. Поздравляем Махмо 193 и переходим к следующему. Золотой ящичек, еще один, последний уже появляется у нас здесь на карте. Давайте попробуем его здесь как-нибудь аккуратненько поймать. Тёма там уже на овердрайве просто наваливает. Наваливает, давай. Нет. Ну давай, мой. Ебу, я отжимаю золотой и переходим к следующему. Золотой ящик появляется у нас немножко подальше от центра точка. Можно попробовать сейчас его здесь будет забрать. Овердрайв у меня имеется. Главное объехать здесь пацанов. И проюзываем овердрайв. Давайте толкаемся. Давай. Должен мой. Есть! Отжимаем золотой ящик и переходим к следующему. Два золотых ящика появляются у нас, нет у меня до сих пор овердрайва, две точки рядом, можно было бы даже забрать, я думаю, два сразу, но давайте попробуем сейчас свестись для начала, дабы у нас полетел вообще урон каким-нибудь магическим образом, два голда, нифига, они там толкаются, быки, офигеть, и два голда, эпический момент, один отжимает Энигма, а второй забирает парень контейнер Geotest Pro, поздравляем, ребят, и переходим к следующему. Золотой ящичек появляется у нас на карте будущее. Попробуем сейчас найти точку выпадения данного аппетитно-сочно-нагибаторского золотого ящика. Давайте отправляемся на поиски. Нахожу я эти поиски. Включаю супер крутой овердрайв. Есть все шансы забрать данный голд. Въезжаю в него, забираю голд, и мы переходим к следующему.